Клы, мы идем на ту сторону, вот с той стороны наш отель, мы переходим по мосту, вот так вот, с этой стороны. Стоим в центр, мечеть, пойдем прогуляемся, зайдем куда-нибудь в магазин, посмотрим, может быть, обменяем деньги. Вот идем, добрый вечер. Там даже как ходят впереди, в одной рубашке. Мы с тобой деньги не обменяли еще, а ты аптеку ищешь. Конечно, нам надо деньги обменять, обменник найти, а потом уже все остальное. Вот здесь вот такой развал, частная торговля, частные лавочки. Там верблюды, пожалуйста, можно на верблюде покататься. Обязательно зайдем. Как не зайти? Заходим. Куда? Так, я напутала. Там с теми балконами не сапфир был. Вот сапфир. Я что-то уже это запуталась. Вот этой башни раньше не было. И вот этот тайм-центр. Он вот напротив сапфира. От нашего отеля там удобнее подъем. Такие там пологие. Ну, для инвалидов колясочек. А здесь вот, здесь просто ступеньки, но здесь есть лифт. Здесь на лифте можно подняться. Ой, как гоняют. Вот дошли мы до центра Конаклы. Вот знаменитые часы. Мулла призывают к молитве. Вот знаменитые кони. И вот эта прогулочная улица, где все. И вот мечеть. Зачем нам такая фотография? Нет. У меня нет, мы только... Мы не фотографируем, только снимаем. Давай, говорит, доллар. Ой, одни бизнесмены. Давай, говорит, доллар стоит с верблюдом. Хочу, говорит, сфотографировать, а я тут видео включила. Я ее не сняла, я просто видео включила. Давай доллар. И сил моих нет. Мне бы самой кто дал доллар. Нет у нас долларов. Есть, правда, там несколько поштучно. И все. В общем, здесь вещей, кожа, меха. Чего здесь только нет. Было бы желание, все найдете. Нашла Вайкики жилеточку. Смотрите, какая классненькая. У меня там сумка, она не застегает, не застегивается. Так, мы в Маве примеряем джинсы. Так вот, 800 лир стоит. Умножаем, девочки, на 4.